Всем привет! Мы сегодня ездили к врачу и заехали в Гроши, который на лейтенанта Рябцева. Магазин классный, здесь он только недавно открылся, поэтому цены небольшие. Я думаю, покажу, что мы купили. Ну, я сейчас думала, снимать, не снимать. Ну, может, немножко поснимаю, чтобы вы знали, какие здесь цены. Так, хурма 3,89, мандарины 3,29, помело 4,99, клементин 3,89, яблоко рубль 95, гранат 4,19 и бананы 2,69. Так, ну вот, помело, гранаты, я, может, возьму гранат, яблочки вот такие. Что здесь? Клементины, мандарины. Мандарины побольше, такие вот дутые. И Даша хурму выбирает. Я с девчонками. Всем привет. Что, выбирай такая, которая вот такая. Этот нормальный? Не, вот такую бери. Так, лук репчатый по 89 копеек. Свекла рубль 15. Морковка 89. Картофель рубль 19. Так, масло. 3,79 вот эта бутылка, 3,99 и 3,79 по 3,39 палетки я киви взяла, есть еще такое по 3,19 бабочка. Так, виноград 3,59, но, как я понял, он на раскосточкой, и здесь 3,39 синий. Груша конференция 3,19. Это лимоны, просто они так упакованы, лимоны по 2,39, да. Грейпфрут 2,89, чеснок по 7,99, огурцы не вижу почему. Огурцы, помидоры 3,99, огурцы не вижу. Увидела подушку 19,99, смотрите, такая, которая форму принимает. О, классная. Так, калоши, комбинезон из игры в кальмар 15,99, коврик для йоги 15,99, ну и вот тут корм для котиков, собачек. Взяла вот этот кондиционер, смотрите, 2,99, на рубль дешевле, чем в Хите. Ну, есть и Фэри, и Доместос, наборы вот такие, цены видно. Шампуни. Мыло Дав 2,19. И вот взяла такой на умывальник поставить. По рубль 49. Антибактериальное. Так. Станки, смотрю, одноразовые. Вот такой уголочек. Сейчас пойдем дальше. Есть кондиционер для белья Вернель 9,99. Капсула для стирки 29,99. Сорти Каро. Колор. Так, а там не поняла, что за порошок. Короче, много всего. Водичка Святой Источник 95 копеек. Кубки рубль 29. Фрост по 95. О, надо вот эти масли... Оливки. Оливки возьми. Возьми, Даша, две баночки. Так, и у нас надо взять кукурузу. Да, черных. Горошек у нас стеклянных. Кукурузу. Кукуруза рубль 49. Горошек рубль 89. Так, у нас кукурузка закончилась. А горошек у меня в стеклянных. Я уже в последнее время... Ну, возьми три баночки на оторви. Так, смотрите, приправы разные. Это вот вверху кетчуп и соусы. Здесь в морозильной камере пельмени. Что-то тут такое разбирают, смотрю. Подушечки разные. Мороженое. Пиццы. Так, а почему, интересно, подушечки, что их разбирают? Ну, сейчас у нас будет свежина, я свое налеплю. Уже не буду покупать. Большая ложка пельмени 400 грамм, рубль 59. Крабовые палочки, рубль 25. Ну, знаете, выбор неплохой. Картошку фри, кстати, уберут. Соломка 750 грамм, 2,99. Ну что, можешь взять? Как хочешь или не надо? Не надо. Не надо. Ну хорошо. Так,
Пошли дальше. Так, пряники. Медок 95 копеек. Так, здесь какое? Годунов 99. Так, сладич. Вот, Даша. Вова, к чаю бери 49. Это которое мы можем тортик сделать? Да. Не, не это. Вот это вот, в пачках. А это что тут? Это ушки. Не, ушки не надо, ушки. Не знаю, откуда. А, во, эти. Мафиози. Мафиози, да. 2,89. Хорошие кексики. Со сгущенкой. Возьму все эти пачечки. Это у меня... Да, у меня... Возьми... Ну, сколько там осталось? А, вон еще есть. Возьми пачек 6-7 возьми. Пускай будет так, можно съесть и тортик сделать. Как это? Что? Классика. О, типа Мария, да? Советская классика. Рубль 15. Все, у меня же глаза разбежались. А вон Мария, это 2,09. Любава. Так, пошли дальше. Мы по чуть-чуть заполняем. Так, ведьма, батончики. Ведьма, 35 копеек. Дальше что тут у нас? Зубная паста, 3,39. 2, шампунь. А вот тут Head & Shoulders, 13,99. И порошки для стирки. Прокладки женские, рубль 59. Вот, смотрите, какая красота. Наборы для чая, 7,99. Вот это красная. Так, чай. Кертис. Если правильно говорю, 6,59. Тут какой-то Телс. Только тут неправильное название, не подходит. Так, дальше. В таких вот железных. Черный имбирь, корица. Черный апельсин, имбирь. По 3,69. Ну, это как подарочный вариант, смотрите. Так, дальше кофе растворимый. 5,49 баночки. Молотый. 4,49. Ну, все перечислять не буду. Вот, отойди, Дашенька. Так, по 12,99. Это вот эти желтые большие коробки. И трюфели 5,99. Хороший выбор. Так, что там по типу Мерси? Это Грациоса какой-то. А вот и Мерси 88,89. Так, ну, шоколад, такая цена. Так, столичный 2,69. Это большие бочки. Паста ореховая 5,95. Так, конфеты разные. 4,39 это вот такой в коробочке. И вот тут можно выбрать. Цены нормальные. Так, тостовый. Так, а там, наверное, это подсобка. Так, Деда Морозики. Коробль 19. Кукурузные палочки. Карамель 2,79. Это вот этот попкорн. Так, там какой-то новогодний набор. Коммунарки 6,29. Так, скумбрия 5,59. Ну, смотрю, тут ее берут, но она какая-то маленькая совсем. Так, хек 5,99. Филе пангасиуса 8,39. Ну, рыба есть. Разная. Какая-то это красненькая, окунь морской. 9,99, да. Филе горбуши 8,99. Так, минтай 4,29. Ну, это подороже рыбка. Вот рай для чипсов. 2,19. Большие пакеты. 3,59. Это в таких банках. Так. Сахар. Рубль 65. Так. Так, ну, а там дальше вина водочные, пиво, квасы, газировки. Уже это нам не надо. Я уже смотреть это не буду. Так, мы уже дома. Ну, здесь получается на 80 с копейками рублей. Немного. Ну, и я и покупала, честно, немного. Вначале зашла так, мне казалось, там всего-всего много. Оно как бы много, но то, что мне надо, там нету. Как такового. Мясо я не покупала, так что завтра у нас свежина будет. Завтра забой поросенка. Вот. Колбас тоже не покупала.
потому что будет мясо. Купила морковку, потому что у меня, я перетерла морозильную камеру, закончилась. Поэтому для салатов на Новый год морковку взяла. Лук у меня есть. Ну, сейчас скажу, что по списку. Так, мыло жидкое, антибактериальное, рубль 49. Это вот такая большая бутылочка. Ой, сколько тут. Скажу. О, 500 грамм. Так, дальше. Корм для кошечки нашей. По 65 копеек. Треска, лосось. Кондиционер для поласкивания 2,99. Хурма. Вот так бросила пакет на кассе, что одна хурма прям разбилась в дребезги. Вот Даша ее промыла и кушала ложечкой. Хурма очень вкусная, сладкая. По 3,89. Так. Насадка на швабру. Так, 3,69. А та совсем другая была. Ну, цена. Там, видимо, на такую не мохнатую. Другого ценника не было. Ну, ладно. То, что у меня обычные гладкие есть, а такая уже порвалась. Я ее выбросила. Ну, ничего, пускай будет. 3,69. Я думала, дешевле. Так, дальше. Сок Пусенок 200 грамм. 45 копеек. Маша уже одну забрала. Это Дашина. Ну, захотели, купила. Кукуруза консервированная густо по рубль 49. Даша себе консерв набрала. Она любит у меня такие с детства. По рубль 65 взяла 3 консервочки. Она открывает, на батон себе намазывает вместо паштета. Так. Бальзам для волос. Вот такой бальзамчик. Мы им пользовались. Это уже вторую банку я беру. Ну, неплохой. Бальзам 2,05. Икра лососевая с лопающимися пузырьками. Имитация 2,49. Так, оливки по рубль 69. Черненькие. Киви корзинка по 3,39. Ну, неплохие киви. Там я показывала, что были еще и подешевле, которые бабочка. Так, печенье по 49 копеек. Морковь по 89. Дальше чай. Вот такой мы раньше брали. Вкусный, хороший. Чай Ричард 5,79. Зашла, там еще был отдел, где колбасы. Там торты были. Молоко, сметана, сыр. Ну, я взяла только сливочное масло. Большая пачка. 400 грамм 7,19. А, и майонез там был моковский. Моковский майонез 2,79. Здесь 560 грамм. Так, прокладки рубль 59 женские, бананы 2,69, гранаты, такие две большие взяла, по 4,19, маффины по 2,89, вафли большую такую упаковку 500 грамм, 2,09 со вкусом сливок. Хлеб черный, так, хлеб, старый Минск. Рубль 15. Сметана 20%, 15% нету. Я обычно 15% беру. Ну, а здесь 20% 2,25. И лаваш 300 грамм, рубль 39. Ну, это если завтра будем жарить мясо, то можно с этими, с овощами в середине с маринованным огурчиком детям завернуть, если захотят. Все. Так что вот такая покупочка. Врач Даши закрыл больничный. Понедельник уже в школу. Ну, мы почти в школу, она и ходила. Вот мало чего там она пропустила. Вот, так что вот так. Только что в художественную не ходила. Дала нам две справочки. Все хорошо. Вот. Ну, и слава Богу. На этом я сегодня наше видео заканчиваю. Вот я довольна была, что заехала в магазин, для вас поснимала. Может, кому-то будет полезно. Сравните цены. Будете знать, что на лейтенанта Рябцева. Сейчас скажу даже адрес на чеке, что точно. Так, лейтенанта Рябцева 80. Работает с 9 до 22. Это Грошек магазин. Все, до свидания. Всем здоровья, всем пока.